Ну вот, сняли мы полностью опалубку с армопояса перемычки. И теперь, конечно, задумка архитектора становится более ясна. Есть какое-то очарование в невысоких, но широких окнах. И в распластанном доме, как сказать, по земле. Дом получился распластанный. Сейчас вот я вам покажу просто полностью обзор. Снизу телепается пленка, которую мы подкладывали на мебельную плиту, чтобы та не размокла. Мы ее не стали снимать. В общем, все выглядит симпатично. Непровибрированных мест почти нет. Но я уже говорил, что мы просто не хотим делать жижу. Мы делаем бетон не очень подвижный. Арматура нигде не оголена, кроме того места, которое я уже указывал в пятой части видео. То есть все нормально. И внутри вот армопояс, он же под стороной стены тоже идет. И упирается опять в дом. Вот видно армопояс с высоты 3 метров. Внешние стены обрисованы армопоясом. Кстати, вот самая косячина вот там. Ну вот вы видите, да? Там была глина, и пришлось ее выковырять. Теперь там 2 огромные дырки. Ну, зачеканим раствором. Ну, получилось неплохо. С понедельника хозяин приобретет плиты и на ту часть, вот эту серединную, которая будет являться внутренним балконом, будут смонтированы плиты. Остальные стены пойдут вверх. Вот такой вид армопояса. Сейчас покажу вид на входную группу сверху. Вот. Геометрия абсолютно четкая. Отсюда это хорошо видно. Нижняя мощная ступенька, а потом висячая ступенька переходящего площадку. Кстати, нигде, ни на одном холодном шве ни одной трещины нет. Например, вот холодный шов. Трещины нет. Вот, смотрите. Ну, конечно, со временем она появится, но в данный момент ее абсолютно нету. Все.